Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте РУ» и Северная лига ЛФЛ рада приветствовать вас на центральном поединке 10-го тура 2-го дивизиона, в котором сразятся «Нефтяник» и «Дикие ежи». Одни из лидеров своей подгруппы 2-й лиги, если быть точнее, то подгруппы 2А. «Нефтяник» в статусе безусловного фаворита и чемпионата, и отчетного поединка подходит к сегодняшнему противостоянию. Но «Дикие ежи», несмотря на то, что располагаются всего на 5-м месте перед началом этого уикенда, на самом деле в случае одного единственного удачного сегодня результата могут сразу же взобраться на самую вершину Олимпа, тем самым сместив оттуда своего сегодняшнего оппонента, потому что всего ничего разница между играющими командами, и от этого сегодняшнее противостояние будет, безусловно, безумно интересным, учитывая, что два, на самом деле, самобытных коллектива сегодня встречаются, проповедующие, наверное, несколько разные с точки зрения тактики футбола, но тем интереснее будет нам, сторонним наблюдателям, хотя и поклонники одной или другой команды, безусловно, сегодня, надеюсь, получат удовольствие от происходящего на поле. Что ж, главный арбитр встречи Александр Гавриленков уже дал свисток, возвещающий о старте сегодняшнего противостояния. Помогает ему на резерве Игорь Елисеев, ваш комментатор Никита Лаврентьев. И давайте быстренько познакомимся со стартовыми составами играющих сегодня команд. По своей традиции начинаю я с состава номинальных гостей. Футбольный клуб «Дикие ежи» в традиционных желто-белых цветах выступает. В воротах под первым номером Иван Якушкин. В два центральных защитника действуют ежики. Это пятый номер Олег Мажукин и 23-й Андрей Грицевич. Чуть повыше располагается третий Илья Крупнов. Линия полузащиты слева направо. Дмитрий Куликов 12-й, Александр Якушкин 13-й и Ренат Гафуров 88-й. И на острие атаки, сейчас посмотрим, кто именно все-таки в стартовом протоколе расположился. Смотрю я и вижу, что на самом деле несколько сразу перестановок. И Дмитрий Куликов, которого я номинально левым полузащитником представил, на первых минутах играет на острие, а вот слева в полузащите будет действовать Дмитрий Титков под 18-м номером, который должен был начинать матч со скамейки запасных. Ежики с большим трудом собирались на это противостояние. И на самом деле 15-минутная задержка связана не с тем, что именно желто-белые брали разрешенное регламентом время, потому что предыдущий матч еще не успел к моменту начала нашей трансляции закончиться. Но вот в любом случае она номинальным гостям, эта самая пауза, эта самая задержка пришлась весьма и весьма кстати. Что касается «Нефтяника», то команда Андрея Аршака привезла внушительную заявку на сегодняшнюю встречу. Помимо 8 футболистов, располагающихся сейчас на поле, ровно столько же есть и в ближайшем запасе. Следовательно, здесь, конечно же, возможности для различных перестановок, возможностей для какого-либо изменения хода неудачно складывающегося матча предостаточно. Посмотрим сначала за розыгрышем этого стандарта, который быстро разыгрывают хозяева, но неудачно. Потеря мяча, и есть время у нас познакомиться и с составом футбольного клуба «Нефтяник». Александр Ледвин под 80-м номером защищает ворота хозяев поля. Линия обороны в центре Андрей Тырин 7-й, слева Михаил Буланов 22-й, справа Антон Рублев 89-й. Александр Амельченко 15-й. В центре полузащиты играет, помогает ему в созидании слева Сергей Клеменов, третий, справа Александр Кульчий, 21-й, и на острие атаки Дмитрий Кулик, номер 8-й. Хотя вот тут я тоже быстренько сейчас бросаю взгляд на поле, и похоже, что все-таки Евгений Бирюков успел к началу поединка, и, следовательно, он матч на острие начинает. Как я уже сказал в начале трансляции, безусловно, сегодняшним фаворитом поединка считаются футболисты «Нефтяника». Команда обладает просто великолепнейшим ростером для коллектива второй лиги. Еще совсем недавно сразу несколько игроков выступали в самом элитном
дивизионе Северной лиги. На самом деле, по большому счету, «Нефтяник» мог и должен был повышаться в классе еще в прошлом году, но несколько неудачно начав сезон, в итоге пришлось в него тяжело вкатываться по ходу первенства и в итоге нагнать соперников не удалось. И сразу же я оговорюсь, нет, Евгений Бирюков в старте матча не начинает. На острие все-таки Дмитрий Кулик. На общем плане показалось мне, что это именно Бирюков на острие расположился. Исправляюсь за свою неточность и извиняюсь перед форвардом «Нефтяника». В итоге, не сумев пробиться по итогам прошлогоднего первенства даже в стыковые игры, в заключительном матче чемпионата, сыграв ничью с «Ансаром», тренерский штаб «Нефтяника» не стал торопить события и пользоваться возможностью повышения в классе, благо такая имелась ввиду снятия сразу нескольких команд в первом дивизионе, и решила все-таки довершить начатое по спортивному принципу, добиться повышения в классе, за что, конечно же, команде можно только поаплодировать. Не все коллективы проходят этот самый тернистый путь с самых низов и до вершин Северной лиги. Вот «Нефтяник» решил все сделать, скажем так, по-настоящему. Многие эксперты, безусловно, выделяли «Нефтяник» среди всех команд второй лиги, но таким уж безоблачным лидерство у «Сине-белых» не получается. Уже было несколько неудачных результатов, в том числе и ничья с ядреным «Вождем», а вот на прошлой неделе состоялась и первая полноценная неудача. Проиграл «Нефтяник» «Фифту» со счетом 2-3, и на этом противостоянии закончилась 26-матчевая беспроигрышная серия «Нефтяника». Что интересно, в последний раз до вот этой неудачи «Сине-белые» проиграли в прошлом году в 27-м туре и также «Фифту». Понятное дело, что студенты, наверное, на долгой дистанции не могут претендовать на высокие места, на высокие места в таблице, но вот в одном конкретном матче неудобная тактика для соперника, безусловно, «Фифта», может дать результат. И вот «Нефтяник», который является действительно по праву одной из сильнейших команд второй лиги, дважды оступился в игре со студентами. Но это все-таки дела дней минувших. Нам необходимо, во-первых, вернуться на поле в сегодняшнем поединке и рассказать, наверное, немножко о турнирном положении команд. Сказал я в начале трансляции, что «Нефтяник» возглавляет турнирную таблицу дивизиона 2А. После 8 проведенных встреч в активе у команды «Аршака» 19 набранных баллов. У «Диких ежей» после стольких же поединков 16 очков. И сразу же несколько результатов уже есть у меня наготове. Состоявшиеся матчи вчера. «Лайнбер» неожиданно уступил «Фалькону». И таким образом по итогам отчетного игрового уикенда точно опустится в турнирной таблице на одну, а может быть и сразу на несколько позиций. А вот «Хай-Тек», встречавшийся с одним из главных аутсайдеров турнира, «Национале», добился-таки победы, хотя получилась она минимальной по счету и по игре всего лишь 1-0. Таким образом, на данную секунду в режиме лайв, так называемом, «Нефтяник» и «Хай-Тек» имеют в активе по 19 набранных баллов. «Снежный Барс», который сейчас на третьей строчке располагается, будет играть завтра с МСК 800. Ну а «Дикие ежи», проведя на матч меньше, чем «Лайнбер», который вчера проиграл, располагаются на пятом месте с 16 очками. Но в случае победы сегодня и в случае победы с разницей более чем в один мяч, возглавят они по дополнительным показателям турнирную таблицу. Ну а «Нефтяник», понятное дело, будет стремиться всячески этому помешать, тем более что проиграть два матча подряд, понятное дело, в планы «Сине-белых» не входит.
Зарабатывает нефтяник угловой, уже не первый и не второй в сегодняшнем матче. Разыгрывают его и следует передача в штрафную, но здесь защитники желто-белых надежны и разряжают обстановку, выбивая мяч куда подальше. Но на самом деле все получилось для них как нельзя лучше. Главный арбитр встречи Александр Гавриленков, герой недавнего интервью моего коллеги Кирилла Разумовского, зафиксировал опасную игру. Ну а что касается интервью, то вчера оно появилось в сети, и если вдруг по каким-то причинам вы его еще не читали и увлекаетесь, безусловно, Северной лигой, всячески рекомендую данный материал изучить. Очень и очень интересный репортаж получился. В атаке нефтяник. Кульчий возился немножко с мячом, но в итоге мяч остается у сине-белых. Не удается и Дмитрию Куликову снаряд отобрать, хотя всячески они с партнерами здесь навязывали высокий прессинг оппоненту. Тырин играет направо. Отыгрывается Буланов с Кульчием и оставляет, насколько я понимаю, мяч в поле. Главный арбитр игру не остановил, и атака нефтяника продолжается. Выглядела она очень перспективной, но передача на Сергея Клеменова получилась чуть сильной. Фирменные кружева начинают плести сине-белые. Любят они вот так вот изматывать соперника на его половине поля, контролируя мяч, выжидая момента для ошибки. Но, безусловно, такая тактика чревата и последствиями, такими как контр-атаки. Посмотрим, что же сумеют дикие ежи своему сопернику предложить. А у нас на 11-й минуте встречи первые замены в сегодняшнем матче состоялись. И, что интересно, произошли они в линии обороны. Поле покинули Антон Рублев и Михаил Буланов. Вместо него на поле вышли Владимир Ломакин, будет он играть у нас справа в обороне, и второй из братьев Буланов. Хотя вот сейчас я смотрю, и на самом деле начинал матч в основе Андрей Буланов, а Михаил только сейчас появился на газоне. Прошу меня извинить, потому как все-таки с такого дальнего расстояния различить двух братьев несколько проблематично, а тренерский штаб в стартовой расстановке указал мне, что именно Михаил будет начинать матч в основе. В атаке ежи, вот может получиться что-то интересное, но здесь Владимир Ломакин с мясом вырывает мяч у Александра Якушкина. Продолжает испытывать болезненные ощущение. Один из лидеров ежей, ну а нефтяник тем временем свою атаку начинает, но достаточно быстро она завершается. Виной тому хорошая работа защитников желто-белых. В не самом высоком темпе проходит эта встреча, безусловно. Пока происходящее на поле устраивает обоих соперников. Еще достаточно много времени до завершения встречи, чтобы начать нервничать нефтянику. Ну а ничья с лидером дивизиона, думаю, стратегически для желто-белых будет сродни хорошему результату. Здорово выбирается из-под прессинга на чужой половине поля Дмитрий Титков, но атака до своего логичного завершения не добралась. Нефтяник отобрал таки мяч на своей половине. И вот момент, может, первый сегодняшний матч возникнет. Нет, не позволили защитники добраться Дмитрию Кулику до мяча. Вовремя вышедший из ворот Иван Якушкин, конечно же, мяч забрал. Тырин отыгрывается в центр с Кульчем. Возвращает мяч опытный ветеран своему капитану. Тырин назад на Ломакина. И тот переводит мяч на противоположную бровку, где уже успел немножко заскучать Михаил Буланов. Длинный заброс вперед. Зацепился здесь за мяч
Александра Амельченко, а затем свалили на нем. Хорошая позиция для удара, но скорее для правоногого футболиста. Именно поэтому у мяча мы наблюдаем Дмитрия Кулика. Отсюда, наверное, все-таки удар напрашивается. Какой-то розыгрыш чреват контрвыпадом. Ну, а атаку до удара надо доводить. На исполнение решил пробить Кулик. И получилось не очень опасно, будем честны. Мяч над перекладиной прошел. Ну и расставляются по своим местам футболисты. Кушкин далеко вводит мяч, и, казалось бы, точно, но Дмитрий Куликов подтолкнул Тырина, и лишь благодаря нарушению правил выиграл у него единоборство. Ломакин отыгрывается назад на Александра Ледвина. Хотя вот еще один мастер, конечно же, стандартов. За сезон ни один и ни два гола забивает голкипер «Нефтяника» прямыми ударами со штрафных. Пока к мячу голкипер, экс-вратарь сборной «Севера» не подходит. Было здесь, безусловно, нарушение правил, но мяч оставался у «Диких ежей», и именно поэтому главный арбитр встречи позволил продолжить атаку Дмитрию Куликову. Тырин пытался сорвать атаку, это было видно. Упади его визави, и желтую карточку почти наверняка мы бы с вами увидели. А это ответ «Нефтяника», очень опасно. Мяч метится по штрафной, но, тем не менее, сумели его взять под контроль желто-белые. И даже не вынося, а через пас выйти в район центрального круга. Неплохо было разыграно. А вот здесь немножко завозился Олег Мажукин с мячом, и в итоге его потерял. Кулик скидывает мяч Ломакину, тот на углу штрафной, отсюда бить уже, наверное, все-таки не совсем удобно. В итоге Ломакин еще и Кулика в неудобную позицию загнал. Все, что он смог выжать, понятное дело, только аут. Еще одна замена. И вновь она в составе «Нефтяника», у которого действительно отменная сегодня обойма. И вот еще сразу несколько перестановок. Александр Макаров появляется на поле. И нет у меня футболиста, заявленного на сегодняшнюю игру под девятым номером. Смею предположить, что это Евгений все-таки Бирюков добрался до стадиона, тем более, что занял он позицию центр-форварда. Амельченко отыгрывается назад. Буланов. Бирюков снова на Амельченко. Неплохо комбинирует сине-белый. Ломакин. Бирюков разворачивается на ударной позиции и бьет с левой ноги. Не получился удар, но было сыграно интересно. За счет коротких и средних передач добрались номинальные хозяева поля до чужих ворот и завершили атаку ударом. Ну а у нас тем временем и первые перестановки в составе «Диких ежей». Отправляется Дмитрий Куликов отдыхать. Отработал он 18 минут отведенных ему что надо. И на острие атаки наконец-таки Павел Мальков появился, который вот в моей как раз-таки расстановке и был отмечен как центр-форвард команды. Но, повторюсь, были опаздывающие футболисты в составе одной и другой команды на сегодняшнюю встречу. Амельченко. Передача в штрафную. Бирюков поднимает мяч. Тем не менее, получилось очень неплохо. И первый гол в сегодняшнем поединке состоялся. Не знаю, на кого его в итоге
запишут. Будет ли это взятие ворот идентифицировано как автогол, или же все-таки на бьющего футболиста Александр Гавриленков сделает пометку в протоколе. Но для нефтяника, наверное, это не самое важное сейчас. Гораздо важнее то, что хозяева забили гол. Первый гол в сегодняшнем противостоянии. И, наконец-таки, преимущество территориальное игровое сине-белых вылилось и в цифры на табло. Интересно будет посмотреть и на диких ежей сейчас, как они продолжат играть в этом матче. Будут ли раскрываться или по-прежнему сыграют от печки. Конечно, для зрелищности лучше был бы второй вариант, но смею предположить, что желто-белые не пойдут на рожон и продолжат выжидать своего шанса в контратаках. Ну а пока отличную возможность для гола получают хозяева поля. Очередной штрафной, и на этот раз прямо по центру ворот, метров 12 от них. И, конечно же, это возможность для Александра Амельченко. Именно он со своей волшебной левой ноги будет пробивать по статичному мячу. Здесь можно попробовать и поверх стенки пробить его в вратарский угол. Бьет низом Амельченко. В итоге мяч в чистоколе ног защитников застревает. И до голкипера, до вратаря диких ежей не доходит. Вторая волна атаки сине-белых также получается безрезультатной, потому что завозившийся с мячом Александр Лукичев его потерял. Лукичев появился на поле в одной из последних пауз. По-моему, в момент зафиксированного взятия произошла эта смена. Вот стандарт зарабатывают и дикие ежи. Посмотрим, может быть, с помощью корнера сумеют Якушкин и Ко придумать что-то интересное. Подача на дальнюю штангу, но это очень сильно. Там, конечно, открывался забытый всеми Павел Мальков. Но в итоге даже для него эта подача была великоватой. Мяч ушел за боковую линию. Вот так вот тихой сапой у нас почти весь первый тайм прошел. 22 минуты команды уже сыграли. Чуть меньше 8 остается им провести на поле в первом тайме. Нефтяник, безусловно, владеет весомым территориальным преимуществом. И сумел-таки это самый перевес воплотить в счет на табло. Грицевич будет водить мяч за боковой. Вперед на Титкова, который продлил полет мяча. И вот так вот уже до центра поля добрались желто-белые. Отсюда мяч водил уже Александр Якушкин. Безусловно, не делая это одного из двух центральных защитников в районе центра поля возобновлять игру посредством ввода мяча из боковой. Любая неточная передача, и численное большинство будет уже у соперника. Небрежная передача. И чуть было ее не перехватил Андрей Буланов. По-моему, и сам Дмитрий Титков уже поверил, что мяч до него не дойдет, и остановился. А в итоге и сам Буланов до мяча не добрался. И если бы продолжил движение 18-й номер диких ежей, вполне возможно, мы бы очень и очень перспективную атаку гостей увидели. Еще одна потеря. Но не удалось продраться сквозь сразу нескольких оппонентов Ренату Гафурову. Бирюков навязал борьбу с соперником и мяч сохранил. Да, достаточно скользкое поле сегодня. Виной тому не только дождь, весь день моросящий в Москве, но и обильная
покрытие газона листьями. Золотая осень, листопад, и футболистам, играющим в так называемых сороконожках, иногда достаточно проблематично сохранить равновесие вот в этой самой массе желтого цвета. Контролируют мяч синебелые. Не хочу сказать, что доигрывают матч до перерыва, но не форсируют события. И, наверное, такую тактику можно назвать дающей результаты. По крайней мере, у диких ежей будет меньше возможностей для того, чтобы провести свою атаку, что при счете 0-1, конечно же, не есть хорошо. Ну, а нефтянику надо бы, конечно, развить преимущество и постараться забить второй гол, чтобы никаких неожиданностей в итоге не состоялось. Все-таки один мяч, минимальное преимущество, не тот случай, когда можно спокойно доводить игру до победы. Да, конечно же, класса нефтяника не занимать. Но и дикие ежи же не лыком шитые. Вот знаете, сколько я слежу за событиями в ЛФЛ, по-моему, дикие ежи — это вот тот самый коллектив, который можно назвать завсегдатаем второй лиги. Уже лет 6 они играют в третьем по значимости дивизионе Севера. Зацепился за вынос Павел Мальков. В итоге развернуть атаку с помощью партнеров ему удалось на левую бровку, но здесь обезмячили нагло Рената Гафурова. Не удалось диким ежам сообразить что-нибудь интересное на 26-й минуте первого тайма. Тырин не постеснялся один в один обыграть соперника. Но совсем уж на рожон идти не стал, а отдал передачу на Амельченко. Вот теперь потеря. И сине-белые вынуждены были фалить. Максимально тактично срывая возможный выпад оппонента. У нас еще одна перестановка. Возвращается на поле Александр Кульчий. Меняет он другого ветерана команды. Кульчий — это, конечно, тоже мастер с большой буквы. Известен он далеко за пределами ЛФЛ. Но все-таки проводить весь матч без замен уже достаточно проблематично ему, да и ненужный, когда такая обширная заявка у команды. Ох, еще один момент создает нефтяник Евгений Бирюков. За счет индивидуальных действий продрался на ударную позицию и пробил в ближний угол ворот Ивана Якушкина. Тот свою команду выручил. Но еще небольшие поправочки. Официальный игровой номер у Ивана в протоколе первый, но вот на сером вратарском свитере номер несколько иной, 16-й. Но что касается вратарей, здесь вообще достаточно либерально регламент относится к голкиперам на всех уровнях лиги, и даже в высшем дивизионе можно играть вратарям без номеров. Вот это может получиться неплохо. 3 в 3 атака развивается, но это, конечно же, была не передача на Рената Гафурова, а попытка дальнего удара. Но поехала нога у Олега Мажукина. В итоге могло получиться даже интереснее, если бы Гафуров за мяч зацепился. Но имеем, что имеем. Александр Ледвин, по сути, в первом тайме откровенно проскучал. Но это может быть и достаточно опасно для команды. Потому что необходимо себя поддерживать в тонусе, чтобы в нужный момент выручить. А Ледвину работать действительно в первом тайме почти не приходилось. Пару раз вышел он из ворота, чтобы забрать мяч.
и ограничивался также вводом мяча посредством удара от ворот. Еще один момент тем временем создают сине-белые. Вновь на ударной позиции оказался Евгений Бирюков. Но вновь ему чуть-чуть не хватило точности. На этот раз пробивал с разворота и направил мяч мимо створ. Здесь Тырин должен быть первым на мяче. И действительно, он и становится его владельцем. Ледвин разыгрывает треугольник на своей половине поля сине-белой. И в итоге Тырин мяч за боковую упускает. Здесь, конечно же, нужно пару добрых слов в адрес форварда Диких Ежей, появившегося в одной из последних пауз, Алексея Рыбакова, сказать. Под 27-м номером играет этот футболист. Ну и, возможно, последняя атака первой половины. Начнется она посредством розыгрыша углового удара от правой бровки. Ну и действительно, розыгрыш состоялся, не подача. Мяч уже в штрафной. Еще один угловой. Многие судьи в подобных ситуациях отправляют команды на перерыв. Посматривает на свой секундомер и Александр Гавриленков, но разрешает довести атаку до конца. Удар! Мяч попадает в штангу, в перекладину, а может быть даже и в крестовину. С моей позиции было не совсем удобно наблюдать за этим моментом. Еще момент. Еще один шанс. И на этот раз мяч прошел выше перекладины. Но показалось, что Иван Якушкин все-таки контролировал ситуацию. Ну и педантичный Александр Гавриленков ждет, пока голкипер введет мяч в игру и отправляет команды на перерыв. Что ж, отдыхаем буквально одну минутку-другую и затем возвращаемся на стадион на Флотской улице. Завершился перерыв в центральном поединке 10-го тура дивизиона 2А. В матче, в котором отношения выясняют «Нефтяник» и «Дикие ежи», после стартовых 30 минут игры впереди подопечный Андрея Аршака 1-0. Удалось мне узнать в перерыве, уточнить у судейского корпуса, действительно, как автогол Ильи Крупнова. Мяч, забитый на 19-й минуте, будет записан в официальном протоколе, поэтому поступим так же, конечно же, и мы. Ну и действительно, удар-то тот в створ не шел, а поэтому, конечно же, необходимо было данное взятие ворот как автогол фиксировать. Но это, опять-таки, повторюсь, все не так уж и важно. Важнее гораздо то, что мы имеем на выходе. На выходе у нас счет 1-0. После первого тайма «Нефтяник», фаворит этого поединка, ведет в счете. И, безусловно, чем ближе будет конец поединка, тем большими силами придется идти вперед «Диким ежам», если же они не сумеют отыграться в ходе стартовых минут тайма. Впрочем, объективно говоря, реальных шансов для гола у желто-белых до перерыва не было. Гораздо опаснее и острее атаковали сине-белые. Лишь один момент завершился в итоге голом. Но, например, все тот же Евгений Бирюков вполне мог забить как минимум дважды, если бы своими моментами распорядился побережнее. Нацеленной получилась передача Ивана Якушкина. Дошла она до партнера. Но вот не сумел Ренат Гафуров в итоге продолжить наступление и обострить ситуацию в штрафной.
И Александр Амельченко в итоге в контрвыпаде убегает. Но в принципе один на один, конечно, не удалось ему оторваться от опекунов. Тем не менее, атака продолжается и было очень опасно. Но слишком уж затянули с принятием решения сине-белые. Разыгрывали до последнего, отдавая передачи друг другу, мол, нет, я не буду забивать, вот тебе подарок, решай эпизод. А в итоге успели желто-белые вернуться в оборонку, успели занять свои позиции, и удар оказался заблокирован. Вот еще одна интересная атака. Скидка в центр. Классно здесь. Амельченко с оппонентом разобрался, получив передачу от Александра Кульча. Но его удар с правой ноги оказался заблокирован. И вновь атака не дошла до Ивана Якушкина. Здорово в отборе сыграл Андрей Грицевич. Но достаточно быстро себе мяч сине-белые возвращают. И ответные алаверды. Владимир Ломакин еще и правила там нарушал, но мяч оставался у желто-белых, поэтому и свистка не последовало. И Амельченко, получив мяч здесь вот совсем близко к нашей комментаторской позиции, по-моему, даже не совсем понял, что происходит и что ему нужно делать в этой ситуации. В итоге момент для рывка был упущен, и атака вновь не завершилась каким-то интересным окончанием. Небрежно относится нефтяник к своим моментам. И, честно признаться, это не первый раз в сезоне. А в этом футбольном году наблюдал я за матчем команды Андрея Аршака, по-моему, с Фальконом. А в итоге там была добыта крупная победа. Но, скажу честно, картина происходящего была примерно такой же, что мы видим и сейчас. Еще один момент. Не используют сине-белые на дальнюю штангу. Врывался Сергей Клеменов, и вроде бы передача получилась нацеленной, но в подкате не удалось экс-хавбеку водного стадиона мяч за линию протолкнуть. Нет, за линию-то удалось, но за лицевую линию, а не линию ворот. Якушкин. По замыслу была очень хорошая передача. Чуть-чуть подвело исполнение. Причем исполнение в двух ипостасях, и голкипера, и футболиста, принимавшего мяч. В итоге аут, и нефтяник возвращает себе контроль над мячом. Тырин играет налево. Буланов, передача вперед, и остается мяч в игре. Остается он у нефтяника. Кульчий назад на Буланова. Можно еще дальше сыграть, конечно же, на Тырина и поменять фланг развития атаки. Действительно, как по учебнику действуют сине-белые, но вот, правда, в азбуке футбола, конечно же, прописано, что вот так вот ошибаться нельзя. Но благо, что мяч отскочил вновь к хозяевам поля. Вот уже и Александра Ледвина подключили к перепасовке полевые футболисты. И заканчивается все дежурной потерей мяча. Адики и Жир рвутся в свою ответную атаку. Якушкин, подача. Но здесь без каких-либо проблем защитники мяч выбивают. Мажукин оказывается на газоне. Не без помощи соперника. Владимир Ломакин оказался неправ и высказывает свое недовольство решением арбитра. Ну, здорово, конечно, подставился здесь Мажукин. Было тяжело там что-то интереснее придумать защитнику диких ежей. В итоге получилось очень неплохо. Штрафной удар. Отсюда, конечно, нужно мастерски пробить, чтобы забить. Тем более внушительную стенку выставляет Александр Ледвин, но тем не менее что-то интересное в любом случае может получиться. Якушкин в итоге бьет, ну, бьет бесхитростно, скажем, и прямо в руки Александру Ледвину, который получил лишь повод размяться.
И очередная неспешная атака сине-белых начинается. Кучей. Хороший перевод мяча в штрафную. И вот, наконец-таки завершается атака голом. И сразу же отправляется на скамейку запасных, отметившийся взятием ворот Дмитрий Кулик. Вот ему не потребовалось так много времени, чтобы отметиться забитым голом. Один из первых своих шансов в сегодняшнем матче нападающий нефтяника использовал, воспользовавшись отличной, отменной передачей Александра Кульча из глубины. 2-0. Играть остается чуть больше 22 минут. И задача для ежей из непростой превращается в по-настоящему сложную. Нужно отыгрывать два мяча отставания, а моментов-то как раз-таки не так много у желто-белых. Разыгрывают мяч на своей половине поля. Дикие ежи стараются посредством коротких передач выйти из обороны в атаку. И получается неплохо. Якушкин пас направо. А в эту зону не врывался Дмитрий Титков. Тем не менее, понимая, что мяч можно оставить у своей команды, он продолжил за ним следовать и в итоге сохранил мяч. Крупнов. Один в один обыгрывает оппонента. Но в итоге не удалось того же провернуть и Дмитрию Куликову. Оставляет он мяч Якушкину. И ошибается Илья Крупнов, буквально подарив мяч сопернику. 3 в 3 развивается эта атака. Даже 4 в 3, но вовремя вернувшись на свою половину, Александр Якушкин ее останавливает. И останавливает, что немаловажно, без какого-либо нарушения правил, даже без намека на это самое нарушение. Крупнов. Обратно мяч голкипер возвращает. Того же прессингуют соперники. Но не теряет хладнокровие голкипер. Титков здесь поборолся вместе с Ренатом Гафуровым. Но, правда, вот 88-го номера, считает главный арбитр встречи, мяч покинул пределы поля. Проанонсирую также, что по окончанию этой трансляции вы можете насладиться еще одним интереснейшим поединком. Поединком также второй лиги, но под группой «Б» в матче, выбранном нашей творческой бригадой, вы можете насладиться, и это будет противостояние Родины и Булата. Бирюков. Возвращаемся на поле. В жесткий стык пошел Евгений Бирюков, и досталось там Андрею Грицевичу. Тот поднимается с газона, высказав недовольство полученным повреждением. Ну а дикие ежи в неплохую по геометрии атаку устремлялись, но в итоге вновь подкачал, что называется, последний пас. И даже на ударную позицию никому из игроков в желто-белой форме выбраться не удалось. Никушкин играет налево. Бирюков пошел мстить откровенно за предыдущий эпизод. И в итоге останавливает игру Александр Гавриленков, фиксируя штрафной удар. На краткий разыгрывает мяч номинальные гости. Якушкин играет вперед, но здесь было тяжело Гафурова, но удалось ему с честью выбраться из этой ситуации. В итоге, правда, мяч все равно
все равно потеряли гости. А здесь Бирюков классно за счет корпуса сыграл, вышел на ударную позицию, ворвался в штрафную и покатил мяч мимо вышедшего из ворот Ивана Якушкина. 3-0 становится счет, и как бы мне не хотелось это говорить, дорогие друзья, но, к сожалению, похоже, что интрига в противостоянии умерла. На классе, на опыте переигрывают своего оппонента футболисты «Нефтяника». И делают это в достаточно спокойном, будничном режиме. 3-0 за четверть часа до окончания противостояния. Если и остается какая-то интрига в этом матче, так это сыграет ли на 0 Александр Ледвин. Опять-таки по тому, как мало голевых шансов создают желто-белые, возможность такого исхода достаточно велика. Еще один фол. И желтую карточку получает Евгений Бирюков. Не забыл главный арбитр встречи его отчаянный прыжок несколькими минутами ранее в соперника. И если тогда обошелся без предупреждения, то здесь уже, что называется, по совокупности предъявил прямоугольник желтого цвета форварду «Нефтяника». Досталось в том эпизоде Дмитрию Куликову, который, похоже, еще и пределы поля покидает. Не может он продолжить встречу. Действительно, замена произошла. Есть теперь возможность у тренерского штаба и одного, и другого коллектива дать возможность поиграть футболистам, не имевшим так уж много игрового времени. Ледвин. Длинная передача на Бирюкова. Тот скидывает мяч на вторую линию. И в итоге все-таки отбирает мяч Олег Мажукин соперника. А в итоге даже все завершилось как нельзя лучше. И за боковой именно желто-белый игру возобновят. Похоже, что в первом в истории этих двух команд противостояние «Нефтяник» одержит победу. И пока что она получается крупной. Все, правда, еще может измениться как в одну, так и в другую сторону. Бирюков ходит в штрафную вдоль лицевой линии, но выжимают его защитники оттуда. Тем не менее, все-таки на ударную позицию выбираются сине-белые. И пробивал с угла штрафной, подключившийся в атаку, Антон Рублев. Но это вышло совсем уж не опасно. На следующей неделе «Нефтянику» предстоит тяжелейший матч со «Снежным Барсом». Да и вообще календарь в ближайших играх у «Сине-белых» достаточно тяжелый. И «Дикие ежи», и ожидающие своего часа «Снежный Барс», «КДС», «Хай-Тек» — это все команды первой шестерки. И если удастся «Сине-белым» пройти данный отрезок матчей без потерь или с минимальными потерями, то, конечно же, это будет огромным подспорьем на пути к ожидаемому чемпионству. Что касается «Диких ежей», то в следующем туре команде Александра Якушкина предстоит сразиться с «Националем», который пока вкус побед в этом сезоне, если мне не изменяет моя память, не знает. Ну а безвыигрышная серия желто-белых продолжается. В последних трех матчах, напомню, «Дикие ежи» набрали всего один зачетный балл в голевой перестрелке с КДС 4-4. Были поражения также от «Хай-Тека» 0-1 и от «Снежного Барса» 0-4. Вот если «Нефтянику» только предстоит такой тяжелейший отрезок чемпионата, то «Дикие же», по сути, его уже прошли. И прошли, не сказать, чтобы удачно.
опустившись в итоге на пятую позицию. Но если КДС, пираты и иные команды, располагающиеся поблизости, сумеют в своих играх разжиться очками, то опустится еще ниже желто-белые. Тем не менее, продолжают ежики идти вперед, идти в атаку в надежде хотя бы мяч престижа провести. Вот он, долгожданный шанс. После несколько сумбурной атаки он возникает. Но вновь в игру Александру Ледвину вступать не приходилось. Мяч прошел мимо ворот. Лукичев прорывается по дальней от нас бровке. В последний момент выбивает у него мяч из-под ноги. И на угловой уходит мяч. Совсем немного времени остается команда провести на поле. В этом матче все уже предельно ясно, к сожалению. Не удалось диким ежам оказать достойное сопротивление команде Андрея Аршака. Ну, еще одно нарушение правил. Еще одна желтая карточка на 50-й минуте встречи. Она предъявлена игроку «Нефтяника». Ну и получается очень интересно, что на данную секунду чистым остается протокол для диких ежей. Та часть, где располагается команда Якушкина. Естественно, в оставшееся время будут стремиться желто-белые это исправить. Это неприятное для них событие. Ну и с каждой минутой все ближе они подбираются к владениям Александра Ледвина. Стоит это признать. Но пока удары все-таки не точны. Возможно, удастся это исправить Дмитрию Куликову, вернувшемуся на газон. Времени у него еще предостаточно, еще целых 10 минут. Перехват на чужой половине поля осуществляют сине-белые. Лукичев играет налево, и попытка красиво пробить поворотом Ивана Якушкина. Это прикладывался по мячу Александр Макаров. Выше ворот, да и мимо, будем честны. Ну и на заключительный отрезок поединка на поле у «Нефтяника» появляется Андрей Аршак. Расположился он, я так понимаю, на острие в поисках острых передач. Буланов, казалось бы, вроде бы мяч отобрал у соперника, а в итоге тот срикошетил неудачно для защитника «Нефтяника». Мельченко. Хорошая передача в прорыв направо. Но здесь в борьбе защитники «Диких ежей» оказались порасторопнее. Аршак. Неудачно мяч отработал. Но в итоге отскакивает он к Макарову. Не стал тут грузить в штрафную. Отыгрался назад через Буланова. Через Ломакина. В итоге на противоположную половину поля мяч отправляется и доходит таки до Аршака. Тут еще и правила нарушают в совершенно ненужной ситуации. Но рискуют желто-белые вот так вот, катая мяч на своей половине поля. Да что там на своей половине поля? В своей штрафной. Но выбираются из-под прессинга оппонента. Правда, что-то мне подсказывает, что будь счет сейчас на табло несколько иной, подобные вольности себе желто-белые не стали бы позволять. Амельченко откидывает мяч Ледвину. Там ему пришлось
выгребать мяч из-под ноги в достаточно неприятной ситуации. Но в итоге выбрались из нее сине-белые. И Амельченко начинает новую атаку своей команды. Лукичев на Аршака. Укрывает мяч корпусом и играет налево. На подступах к штрафной было численное преимущество у сине-белых, но не смогли они им полноценно воспользоваться. И в итоге только аут. Только аут, причем их оппонент возобновит игру. Еще несколько мгновений этой встречи. Таким образом, убив. Прессинговал Макаров. Прессинговал и Владимир Ломакин. В итоге Ломакин выбил мяч из-под ноги у соперника за боковую его. Еще пауза, еще несколько сразу замен. Наверное, в очередной раз говорить о том, кто появился на поле и кто с него ушел, нет никакого смысла. Почти все заявленные на сегодняшний матч футболисты так или иначе в нем уже приняли. Наверное, разве что за исключением Александра Чекунова, вот фактурного форварда в игре я пока еще не видел. Якушкин. Здорово у него мяч отобрал Андрей Аршак, и возглавляет он собственным прорывом контратаку, смещается в центр, бить уже отсюда было неудобно, в итоге еще и равновесие потерял. Нет, нарушений правил здесь не было, как бы того не хотел один из руководителей «Нефтяника». Но в отборе действительно сыграл он очень здорово, отобрав мяч, что интересно, у главы другого коллектива. Получилось несколько символично. Якушкин ищет варианты для продолжения этой атаки, но в итоге возвращается желто-белое к своим воротам. Гафуров. Бобровки играет. Титков обратно на Гафурова. Не слишком активно футболисты «Нефтяника» идут в отбор, немного позволяя своему оппоненту. В итоге уже до углового флажка желто-белые добрались. Крупнов. Чужой штрафной комбинирует желто-белые. Но пока без какой-либо угрозы воротам Ледвина. В итоге удар таки состоялся и вступил в игру Ледвин. Со второй попытки мяч зафиксировав, а тем временем «Нефтяник» в контратаку рвется. И вновь она завершается на принявшем удар на себя Андрея Грицевича. Жестко он встретил Александра Лукичева. И мяч у того отобрал. Безусловно, доигрывают уже матч команды. Оно и понятно. Последние минуты имеют значение разве что только для статистики. Еще один угловой. Вновь его разыгрывают сине-белые. Принципиально не подают от углового флажка. Понимая, что их сильные качества это как раз-таки розыгрыш мяча. По-моему, в сегодняшнем матче лишь однажды была выполнена подача с углового в штрафную. Это вот в последнем наступлении первого тайма. Наверное, это все-таки была попытка дальнего удара. Вряд ли это мы увидели с вами навес. И вот появляется на заключительный трехминутный отрезок встречи на поле и Александр Чекунов. Под 75-м номером действует этот форвард. Андрей Аршак таким образом чуть пониже опускается в полузащиту. И оставляет Аршак мяч в поле и выполняет не совсем расчетливую передачу. Пришлось тут
одному из братьев Булановых идти в подкат, сохраняя мяч у своей команды и не допуская контратаки. 58-я минута встречи тем временем истекает. Наверное, уже можно спокойно, без каких-либо оговорок, поздравлять «Нефтяник» с очередной 7-й победой в сезоне. И констатировать тот факт, что остаются подопечные Андрея Аршака на вершине турнирной таблицы второй лиги. И вот он момент все-таки возникает. Возникает у Чекунова, но вручает свою команду в сложной ситуации на самом деле Иван Якушкин. Потащил он удар в нижний угол. И создали таки момент для своего фактурного форварда «Сине-белое». А это ответ «Диких ежей». Как-то совсем уж просто желто-белый мяч отдали. Ледвин быстро возобновляет игру. Хорошим вводом снаряда от ворот. Но слишком уж расхлябанно чувствуют себя сейчас футболисты «Нефтяника». Игра уже сделана, и можно себе позволить вот такие вот штучки. Якушкин. Прошу прощения, это Дмитрий Куликов был. И вот только сейчас Якушкин мяч получает. Играет вперед. Подключается в атаку и нередко ходящий вперед Андрей Грицевич. Но это все, знаете, так, по инерции. По инерции развиваются атаки в заключительные мгновения встречи у желто-белых. Отсчет времени пошел уже на секунды. Возможно, за последней атакой этой встречи мы с вами наблюдаем. В численном большинстве она развивается у сине-белых. Подача. И не удается завершить ее ударом. Есть еще 10 секунд на ответный выпад у желто-белых. Крупнов возглавляет эту атаку. Слабая передача налево. И в итоге возвращается в оборону Андрей Аршак. И разряжает обстановку. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Для вас сегодняшнюю встречу прокомментировал Никита Лаврентьев. Надеюсь, вам понравился футбол, показанный командами. Встретимся на полях Северной Лиги. Переключайтесь на другой эфир. И до свидания, друзья.